Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте на странице 76 выполним задание под номером 4. С помощью учебника заполни таблицу. Дай краткие формулировки. Таблица называется «Первая помощь при повреждениях кожи». И в первый столбик записан вид повреждения, а во второй столбик мы должны записать, какую первую помощь нужно оказать при данном виде повреждений. Итак, начинаем с ранки. Сначала ранку нужно промыть чистой водой, затем смазать кожу вокруг йодом или зеленкой, потому что эти жидкости убивают бактерии, которые могут проникнуть в организм. Затем нужно перевязать ранку чистым бинтом или приклеить кусочек бинта пластырем. Что нужно делать, если произошел ушиб? К ушибленному месту нужно приложить что-нибудь холодное, ну, например, тряпочку, смоченную холодной водой, или грелку с холодной водой. Ожог. Что мы будем делать в случае ожога? В случае ожога нужно сразу же полить обожженное место большим количеством холодной воды. Обморожение. Обморожение щек, ушей, носа легко можно заметить у других людей, потому что в обмороженном месте кожа резко бледнеет. Эти места нужно срочно растереть сухой варежкой, платком или просто рукой до тех пор, пока кожа опять не порозовеет. Нельзя растирать кожу снегом, чтобы не оцарапать ее. Ну, а затем нужно подвигаться и вернуться домой в тепло, чтобы не произошло дальнейшего обморожения. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.